На первом месте в рейтинге самых состоятельных хакасских депутатов директор Мавра Владимир Ромашов. За год он заработал на колбасе более 100 миллионов рублей. Доход саиногорского предпринимателя Игоря Чунчеля в 2012-м 75 миллионов. Следующий в списке сразу двое – семья Тоторовых. Сам депутат заработал немногим меньше миллиона рублей. Остальной доход – заработок жены. Владелица торгового центра «Владимирский» принесла в семью больше 60 миллионов. Четвертое место занимает местный нефтяник Александр Туревич. За минувший год его состояние увеличилось на 54 миллиона. Неплохо заработал и владелец мехколонны Матвей Дреев – 35 миллионов. Однако Матвей Алиханович забыл указать имущество сына, так что годовой заработок может быть и больше. В списке зарплатных аутсайдеров – пенсионер и заслуженный журналист Хакасии Татьяна Ежова с годовым доходом почти 150 тысяч рублей и директор Бородинского племзавода Алексей Галимов. Он заработал чуть больше 160 тысяч рублей.